Здравствуйте, друзья! Телеканал InSport представляет ваше внимание прямую трансляцию из Усть-Каменогорска. Посмотрим, как развивались события сегодняшней встречи. Итак, начали команды без разведки боя. Сразу же начали проверять бдительность вратарей. И уже на второй минуте молдавцы остались в меньшинстве после удаления Родиона Сызмана. Каменогорцы атаковали, но открыли счет уже в равных составах. Бросок Даняра Каирова от синей линии, и нападающий Антон Петров подставляет свою клюшку и открывает счет в этой встрече. 1-0 на пятой минуте. Торпедовцы выходят вперед. Ответную атаку провели павлодарцы, и Атаханов набрасывает на пятак. А там оказывается защитник Алексей Рыжих и в касание переправляет шайбу в ворота. 1-1 по итогам первого периода. Отмечаем, конечно же, правильно выбранную позицию Алексея Рыжих. И счет становится ничейным, который, впрочем, сохраняется до конца первого периода. Хотя павлодарцы все имеют... Гузили Ганиева могли выйти вперед. Как, впрочем, и Антон Петров, который сумел прорваться к воротам, но переиграть вратаря в ближнем бою не сумел. А Тигран Кизикпаев упускает свой шанс, когда бросает в ближний угол и смещается вратарь Вячеслав Мещенко. Второй период попадает перекладину Дмитрий Быков. И затем забрасывает шайбу Владимир Гребенщиков. Мощный бросок, точно в угол. И Владимир Гребенщиков выводит свою команду вперед. 2-1 на 24-й минуте этого матча. Защитник Владимир Гребенщиков становится автором этой шайбы. Спустя минуту с небольшим отличается нападающий Андрей Лагунов. Прорывается он воротом и бросает из-под защитника. Сольный проход Андрея Лагунова. Не сумел Вячеслав Мещеренко среагировать на этот молниеносный бросок Андрея Лагунова. Делает счет 3-1 нападающий из Каменогорского коллектива. Прошло всего лишь 17 секунд, и Андрей Лагунов становится автором голевой передачи. Александр Архипов забрасывает шайбу в верхний угол. Выгодной позиции седьмой номер команды Торпедо не промахивается. 4-1. Павлодарцы отвечают своей позиционной атакой и сокращают отставание в счете. Таир Мухтаров с кистей попадает точно в цель в ассистента Родион Сызман. И, конечно же, отмечаем идеальный поточный бросок Таира Мухтарова. 4-2. Вскоре нарушение численного состава у Торпедо, затем у Иртыша, и уже в большинстве хоккеистов Торпедо забрасывает свою пятую шайбу. Станислав Тулкузин выдает пас Шину, Шин в свою очередь и Александру Панченко, и на дальней штанге 15 номер команды Торпедо поражает ворота. Касание в большинстве 5-1, 5-2. На этом второй период не закончился. Передача Владимира Гребенщикова с глубины площадки, и Тигран Кизикпаев кистевым броском отправляет шестую шайбу в ворота Вячеслава Ничиенко. 6-2. 6-2, и на этом второй период был завершен. Поздравляют Тиграна Кизикпаева с этой шайбой. А вот в третьем периоде павлодарцы имели преимущество игровое, которое вылилось в заброшенную шайбу. Заработали численное большинство. Это нам показывает момент, когда Гузель Ганиев убегал 1-1. Так вот, в большинстве, после удаления Тиграна Кизикпаева, шайбу забросил Родион Сызман. Выдали ему идеальный пас, и Родион Сызман сумел оказаться в нужное время, в нужном месте и отправил шайбу точно в цель. 6-3.
продолжали полдарцы доминировать, они создали больше моментов и в целом смотрелись в третьем периоде посильнее. Могли, в принципе, четвертую шайбу забросить, Силанькаев бросал. А в самой концовке нарушают правила на Максиме Базанове и назначается штрафной бросок. Сам же Максим Базанов исполняет, но переиграть Вячеслава Ничевенко он не сумел. Тем не менее, 6-3, победа Торпедо в этом противостоянии, в этой встрече. Финальная статистика сегодняшнего матча: 32 броска у Торпедо, 22 у Иртыша. По выигранным бросаниям небольшое преимущество гостей, 28 против 27. 6 минут штрафа у Торпедо, 4 у Иртыша, причем один раз хозяева реализовали свою попытку, и дважды в этом преуспели хоккеисты павлодарской ледовой дружины. Таковы цифры сегодняшнего противостояния: 6-3 в пользу Торпедо. Сегодня игровой день продолжится в Ташкенте, Хумо, Алматы. Смотрите, не пропустите на канале Инспорт. Всего доброго, до свидания.